Дважды в день сотрудник по уходу за животными Елена Павлова выходит на берег кормить своих подопечных. Три лебедя и два веселых гуся узнают свою хозяйку и к назначенному времени уже подплывают к кормушке. В рационе зерновые, травяная смесь и обязательно свежая килька. При таком питании птицы живут дольше, чем в природе. К примеру, старший из лебедей Василисе уже больше 10 лет. Но главное для птиц – это качество воды. Именно вот жарко, они постоянно, они кушают на воде, плавают, спят на воде. Им категорически нельзя, чтобы воды не было. Вода должна быть постоянно круглые сутки. Озеро наполняется, да, очищается. Озеро в парке металлургов – одна из жемчужин Самары. Это и украшение города, и любимое место отдыха жителей. Но в этом году сложились неблагоприятные погодные условия – зима без снега и жаркое засушливое лето. Нормальный объем воды для озера – 130 тысяч кубометров. Но этим летом почти вдвое меньше. Водоем приходится подпитывать. В настоящее время включена подпитка из системы водоснабжения. За месяц мы вылили около 12 тысяч кубов и подключили резервное снабжение воды из сотой трубы, из которой в настоящее время вытекло в озеро порядка 14 тысяч кубов воды. Из-за обмеления и аномальной жары в воде начинается бурный рост водорослей. Чтобы не нарушать экосистему водоема, чистят озеро без химикатов, старым дедовским способом. Справляются граблями, вилами и лопатами. Растительность собирают в мешки, которые отправляют на утилизацию. Олег Зверев, события.